Всем привет, дорогие друзья! И это уже второе видео по неплохому заработку в интернете. Первое мое видео было записано уже порядка... Да, уже очень давно. И оно было о заработке голосов ВКонтакте. Я его удалил из-за обращения правообладателей. Но сегодня я планирую залить его обратно. Как хорошо можно заработать по 20 реально голосов в день. А сегодня я расскажу вам о немного другом виде заработка, но он не менее, повторяю, не менее как-то работающий, чем заработок на голосах. Что мы будем делать? А будем мы, получается, накручивать, даже не то, что накручивать, а предлагать людям услуги как-то в накрутке людей в группы и накрутке подписчиков. Сейчас я вам покажу новый сайт, с помощью которого я вот это все делаю. И кроме того, я сделал это в... Я, получается, продал лайков какому-то чуваку, если честно, не помню, кому. В общем, он мне как бы уже постоянный клиент и обращается уже каждую неделю. Даже нет, он, получается, позавчера и вчера заказал на 400 рублей у меня. Получается, я сделал, что я сказал ему цену, что 1 рубль, 1 подписчик, и он у меня заказал на 800 подписчиков. Но на сайте, котором я сейчас покажу, реально живые люди, повторяю, только живые, по крайней мере, как написано здесь. Ну и, собственно говоря, когда я накручивал, было написано, что это реально живые люди. Никаких тут ни лайкистов нет, ни... В общем, это живые люди, которые проявляют активность, ставят лайки, комментируют, делают репосты. Вот, это намного лучше. Так, получается, тут революционно, можно сказать, низкая цена. Вот, видите, подписчики. Получается, я беру по 1000, по 1000. И плачу я за это 20 копеек за одного подписчика. А продаю уже по рублю. Ну или по пол рубля за одного подписчика. И люди доверяют мне. Они доверяют мне свои группы. Они просят у меня накрутить им людей. И у них огромная, можно сказать, активность на их, в их группе. Кому я крутил? Так, кажется... Дешевой одежде. Точно не помню. Вот. Да, да, точно им. А вот видите, люди делают репосты, лайкают. Все отлично работает. Итак, как заказать на этом сайте людей? Мы нажимаем на имя администратора. Вот мы ВКонтакте. Открывается вкладка. Так, сейчас. Ну и, собственно... Этому парню мы пишем, что нам нужны лайки. А в каком количестве тоже нужно указать. И вставляете ссылку от своей группы, которую вы хотите накрутить. Так, повторяю, ребят, я вам даже могу показать свою расчетку, свой мани. Сколько у меня денег буквально за последние 3 дня. Просто нужно хорошо поискать, пописать в группу, что вы умеете раскручивать. Вот, 1200 рублей за 3 дня. Если так будет каждый день, то, представляете, да? 400 рублей в день, это нехило. Еще и плюс голоса. Так, сейчас зайдем. Я вам продемонстрирую. Так, все, вот, зашли. Вот, как видите, 1200 рублей. Сейчас вам покажу письма. Так, вот. 400 рублей ежедневно он мне отправлял. Нехило, да? В общем, ребят, это действительно хороший способ заработка. После голосов, пожалуй, если вы, конечно, зарегистрированы ВКонтакте, он самый лучший, этот способ. Проверено неоднократно уже мной. Я также с помощью него зарабатываю неплохие деньги. Еще и голоса. А в чем еще плюсы? Вы можете накрутить себе подписчиков, группу или на страницу. Секундочку, пожалуйста.
Так. Вы можете накрутить подписчиков себе в группу, на страницу, заработать лайки. В общем, вы можете нехило на этом заработать. Ссылку на сайт я оставлю ниже, в описании. Также, в общем, спасибо, ребят. Всем до свидания, всем пока.